А что там от вас хотел Грязнов? Просто поиграть в бильярд. А что, разве он для этого не мог найти кого-нибудь посильней? Например, вас? Например. Так что он от вас хотел? Наверное, чтобы я работал на него. Он сделал вам предложение? Нет, еще нет. Ну, значит, сделает обязательно. Такие люди, как он, никогда ни с кем не встречаются просто так. Я немножко знаю о вашем разговоре. Ну, если знаете, зачем спрашиваете? Ну, я хотел бы, чтобы вы сказали. Что, он хочет вас перевербовать? А? Зачем? Ну, для того, чтобы вашими руками расправиться со мной. Мне все время кажется, что я скоро умру, или меня кто-нибудь должен убить. Скажите, разве может все время жить с затемненными стеклами, постоянной охраной, постоянно всех и каждого вокруг себя в чем-то подозревать? Нравится вам такая жизнь? Мне нет. И мне тоже, но у меня выхода нет другого. Нет, я попал в колею, в азартную колею. Да мне никто и не позволит выкарабкаться из нее. Зарежут, задушат, убьют. Да вы первый меня убьете. Убьете меня? Убить? За что? Но ведь вам уже деньги заплатили. Сколько вам заплатили? Нисколько. Все равно я вас не выгоню и не ликвидирую, как ликвидировал многих до вас. Для того, чтобы взойти на вершину, скольких нужно было убрать? Догадываюсь. И вот она, вершина, оглядываюсь, и что я вижу? И что? Ничего. Ничего. О чем я? О том, что вы меня не ликвидируете. Да. Потому что я им не хочу отдавать ничего. И я предпринял кое-какие меры. Вот опять остановились. Вот оно время. А может, не заметит? Оболочка старая, а механизм новый. А, Сергей Андреевич? И все-таки я не понимаю цели вашего визита. Что, нервы? Сомнения. Случилось что? Случилось, да. Но не сегодня, а намного раньше. То есть? Мои ребята убрали майора Гаишника. За что? Он работал на центральных, и как только они поехали на стрелку, он их заложил. Приятного, конечно, мало. И что? Вы не понимаете? Когда я согласился работать на вас, я не думал, что все будет так. Это же не война. А что вы ждете от меня? Отпущение грехов? Нет, но чем дальше, тем больше. В этом деле появляется кровь. Меня это не устраивает. А вы думаете, у вас есть обратная дорога? А эта дорога, куда она приведет? Ваша беда, Сергей, то, что так быстро судьба занесла вас на самый верх. А чем выше ставки, тем больше грязи и крови. Мораль отступает на второй план. Мы с вами ассенизаторы. И всегда имейте это в виду. Иначе свихнетесь. А про этого гаишника в погонах забудьте. За все нужно платить. И он знал, на что шел. Лучше расскажите мне, как вам работает у часовщика? Нормально. Он даже стал мне больше доверять. И в чем это выражается? Ну, он меня пустил в свою святая святых. В комнату с часами. Интересная коллекция? Да, очень. Я нигде таких часов в таком количестве не видел. Только в музее. Интересно, интересно. А что интересно? А вы знаете, подарите ему часы. М? Я ему? Да вы знаете, сколько там стоит каждый экспонат? Догадываюсь. Ну, а дарить современные, это... А кто сказал современные? Найдем что-нибудь интересное. Антиквариат. Часы с боем, а? Как вы думаете, понравится?
Ну, еще как. Но где ж такие взять? Ну, это предоставьте нам. Все в порядке. Хорошо, спасибо. Закройте, упакуйте. За ними приедут. Что еще раз? Есть ну, куш же растет не по дням, а по часам. Аппетиты ваши необъятные. Что там? Что у вас? Сюрприз. Нет, хватит мне сюрпризов. У меня уже есть один сюрприз. Кто это? Это особый сюрприз. Мне кажется, вы не знакомы. Это председатель нашего банка. Выгорцев Юрий Борисович. Кузьмичев. Очень приятно. Ну хорошо, показывайте ваш сюрприз. Невероятно. Невероятно. Чудо. Чудо. А? Согласен, чудо. Ну, попробовали бы, вы еще не согласитесь. Да, чудо, просто чудо. А где же вы раздобыли такую редкость? Видишь? Секрет. Ну, в таком случае едем ко мне. Я хочу, чтобы уже сегодня это чудо заняло достойное место моей коллекции. Сегодня не смогу. А? Лучше завтра, у меня сегодня встреча. Ну, завтра так завтра. Завтра в 11 утра. Прошу не опаздывать, я этого не люблю. Излагайте. Что? Все. У вас была напряженная неделя. Встреча с Грязновым, с часовщиком. Ваши впечатления? Я что-то не могу разобраться. Попробуем это сделать вместе. Грязнов хочет завладеть хозяйством часовщика. Ну, понятно. Прошу. Часовщик это понимает и боится Грязнова. Это верно. Но почему один просто не может убрать другого? Объясняю. Начнем с Грязнова. Грязнов слишком скандальная фигура, чтобы сделать такой шаг. Я думаю, что он попытается убрать часовщика с вашей помощью. Каким образом? Очень просто. Он попытается вас приручить, а потом даст команду ФАС. Часовщика нет. Вас тоже потом уберут. И Грязнов станет единственным обладателем целой империи. Чистым и достойным. Но часовщик-то это понимает. Часовщик это понимает, но не считает нужным бояться Грязнова. Но, значит... Значит, я просто карта? Да, вы просто разменная карта. Рано или поздно вас уберут или с той, или с другой стороны. Вывод? Вывод напрашивается один. Надо сработать на опережение. Вы убираете часовщика и попытаетесь завладеть его холдингом. Я не могу убрать часовщика. Что? Понимаю, понимаю. Он вас приблизил, возвысил. Дайте команду своим людям, я думаю, они справятся с этим. Я не могу дать такой команды. Может быть, мы вас ошиблись? Может быть. А вы хоть понимаете, чем это грозит? Может быть, он вас перевербовал? Да никто меня не вербовал и не перевербовывал. Тогда я чего-то не понимаю. Может быть, вы мне объясните? Я сам ничего не понимаю. Хорошо. Хорошо. Отложим этот разговор. Успокойтесь. Взвесьте. Подумайте.
Но недолго. Время работает против вас, Кузьмичев. Вам это ясно? Яснее ясного. Я немного опоздал. Ну, как прошла ваша встреча? Здравствуйте. Да, какая встреча? Вы вчера торопились на встречу. Безрезультатно. А, ну, отрицательный результат – это тоже результат. Ну, вот идите сюда. Видите, они нашли свое место. Мгновенно и навсегда. Красиво. Спасибо. А вот подарок от меня. Рыцарь-воин. Спасибо. Ну что, выпьем ликерчику? Обязательно. А со мной сегодня, знаете, что такое случилось? Не знаю. Какая-то тревога, какое-то внутреннее беспокойство. Как вы думаете, что бы это могло значить? Да, это просто усталость. Усталость. Да, может быть. Может быть, усталость. Эх, эх, эх. Если бы начать жить сначала. А, впрочем, у вас еще все впереди. Как бы я хотел, если бы вы взяли и бросили все это. Как бы я хотел. Но пока нельзя. Кругом нас волки. Они только и ждут нашего расслабления. Или они нас, или мы их. Да, Сережа? Нравится? Очень. Как ваш шеф отнесся к подарку? Ну, был в восторге. Кстати, он спрашивал, где я это достал? Ну, еще не все вывезли, кое-что осталось в кладовых. Надеюсь, он поместил в коллекцию?